Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, Лига Мастеров, забираем свои призы. Сегодня у нас воскресенье, друзья мои. Поэтому нам нужно сегодня сделать все то, что мы не доделали. А именно, первое место в Лиге Мастеров. Ну и потратить весь сыр и всю пиццу. Да, именно так сегодня мы и поступим. Ну что, награды мы забрали. Забежим быстренько с тобой в магазин, посмотрим, что-нибудь есть. Тут ничего нету. По жетонам. Ух ты, прям тютелька в тютельку. 75 на 75. Забираем с тобой 3 ДНК на лисичку Аллапекс. Шикарно. Дальше мы с тобой идем куда? Куда мы идем? На задание, конечно, куда же еще-то? Так, значит, пройдем с тобой быстренько одну серию испытаний. По Шейменту, да? Раз, два, три. Ой-ой-ой-ой-ой, а что это у нас такое с Усаги? Что у нас с Майки происходит? Почему они все подранки у меня, а? Вот скажи мне на милость. Как я вообще такое мог допустить? Особенно Усаги, нет, так дело не пойдет. Надо хилять. Кто же меня так разобрал-то в последнем бою? Я уже и не помню, если честно. Так, ну что, Пиццелицева ушатываем, наверное, да? Нормуль. Так, ну а эти дроны... Я так понимаю, дроны зараженные какие-то, потому что у них вон сопли висят. Видишь? Все, так, вторая волна. Кто у нас тут? А, тут у нас... Ой, Хан, Крип. Ё-моё, Пиццелицей тот же самый. Так, давай-ка мы, наверное, Хана с тобой попробуем вырубить. Ага, не тут-то было. На всякий случай я повешу уклонение. Я просто боюсь Хана. Я знаю, на что он способен. Да, зря я переживал. Ну что ж, теперь Крипа, наверное, попробуем вырубить. Вау. Лео, ну ты красотуля сегодня. Просто с удара вырубил. Так, сейчас мы этого Пиццелицева тоже накажем. Тынь, свою пиццу бросает. На-ка. Давай Майки Усаги. Ну и клан Футовца наказываем. Все, ребята, серию испытаний мы с тобой прошли. А что у нас там еще по прогнозу дня? Ну, естественно, сейчас будем искать оставшиеся элементы на нашего супер шреддера. Да, поднять уровень персонажа, ну и открыть, соответственно, колоду. Колоду, да, это в магазине. А вот она, колодушка. Открываем. И тут Паукус. Или кто? Нет, Хан. А фон как у Паукуса, тоже красный. Так, секунду, подожди-ка, я хочу кое-что глянуть. У меня по энергии. А, все, в откатах, ребята. Ну, значит, нормуль. Откатов, как ты видишь, у меня 48 штук. Я думаю, этого нам за глаза. Пришлось, конечно, потратить финансы на это все дело. Но я думаю, оно того стоит. Значит так, идем с тобой на супер шреддера. Навыки. И нам нужно с тобой, ё-моё, 14 номеров вот этих вот достать. Так, уже 13. 12. Вау, 11. 10. Так, фигурка единорога. Так, 9, по-моему, да? 9, 8, 7. Подожди, подожди, 7. Главное, не сбиться. 6, 5, 4, 3, 2 и последний. Давай последний. Изи. Вот это я понимаю, вот это нормуль. Погоди, а что? Блин, ну как же так, я ошибся. Как же я ошибся, вот, все. Сколько стоит? 10 тысяч мутагена, да, ребят, прокачиваем до 5 ступени. Ё-моё, ну это же вообще круто. А вот тут-то ты посмотри, чего нам нужно. Ну ладно, эту книжку мы с тобой найдем, фиг с ним. Хорошо, что сыр у нас с тобой в запасе. И очень много. Нам нужен будет еще бинокль. Сколько там, 16 штук, да? И кружки, 18 штук. Придется, наверное, серии 2-3 точно убить. Но зато прокачаем до последней. Как до последней? До предпоследней ступени ему скилл. Так, и поднять уровень персонажа. Ну, как ты понимаешь, у меня мутагена осталось очень-очень мало. Значит, будем с тобой повышать. Хм, а кого тут лучше повысить? Ну, ты... блин, хотел Кирби. Не, давай Леонардо. Давай округлим. Все. 55 уровень, шикарно. Забираем остатки роскоши. И бежим с тобой куда? На арену. Да, ребят, на арене я нахожусь в Лиге Мастеров. Ранг 60.
Придется немножечко попотеть, чтобы выбиться в топчик. Как ты видишь, у меня еще на ребятах откаты стоят. 74-й, да? Слушай, ну я надеюсь, я вот беру специально слабеньких, чтобы отыграть сегодня по полной программе. Но я буду надеяться на то, что никто из них не сделает массовых атак, которые могли бы мне положить моих слабых персонажей. То есть мне нужно как бы на опережение их давить. И в данный момент у Саги просто красавец. Потому что на всех висит постепенка. Даже Леонардо, если кого-то... А он всех ушатал. Круто? Что я могу тебе сказать? Очень круто. Ну что ж, мы с тобой двигаемся сразу на следующий бой. Ранг у нас повышается... Слушай, ну неплохо, на 12 ступенек. Давай, выбираем. Вот, 17-24. Это вообще, ребята, идеально. Тут, правда, майки, но... Я думаю, он нам здесь ничего не сделает. Я на это надеюсь. Раз, два, три. Во-первых, если мы его сразу не завалим, я надеюсь, он не будет применять бросок сюрикенов, а будет просто, например, делать свой танец, который он любит делать. На усиление атаки для своей команды. Так, смотрим. Красиво, красиво все. Да, ребята. И делаем добивку. Воу, воу, Донни, успокойся. На. Ай, хан. Насмешил меня. Не, с растяжкой у него все нормально, но то, что он промахнулся, даже не то, что не промахнулся, он вообще не нанес нисколько урона. Так, 39-я позиция. Ну что, друзья мои, мы близимся к заветной третьей звезде на мастере. Так, подожди, давай мне 17-24. Какого фига ты мне опять даешь 17-20? Вот, вот. Крейг. Итак, у нас с тобой Крейг идет. А мы... Раз, два, три. Слушай, погоди-ка, погоди-ка. Тут уже 78-79 уровень, это топ. Тут знаешь, что может быть? Хо-хо-хо. Такой расколбас может пойти, что, мама, не горюй. И что я взял Змейка Вьюна, если он по инициативе все равно проиграет? Фей, молодец. Там надо было брать не меньше 80 уровня, ё-моё. Ладно, будем надеяться на лучшее. По-моему, лучшее нас не навестит сегодня. Ё-моё, хотя... Ай, 50 уровень против 78-го. Ну ладно, давай я рискну. Ну, Змейка Вьюн, не подведи. Ты сейчас серьезно, блин? Слушай, это хорошо, что Майки выдержал, а? Я офигею. Вот, кстати, вот про эти риски я тебе все время и твержу, что надо брать третьего персонажа имбу. Не двух, а трех. Ну, если у нас уже здесь такая пошла катавасия, я боюсь представить, что будет дальше. Как мы дальше-то будем с тобой, а? Биться. Тем более тут слэш, Ванька-стиранка. В общем, очень много массовиков-затейников. Да. А я хотел отыграть по полной программе. Друзья мои, если сегодня мы с вами... не сможем пройти до топа, то завтра будет у нас последний шанс. И надо будет реализовывать его в любом случае. Кровь из носа. Мы же хотим с тобой платиновые осколки иметь? Хотим. Нам нужно с тобой в топчике быть? Нужно. Поэтому надо стараться. Но здесь все довольно идеально. Зачем я тогда, получается, брал сюда Криса Брэдфорда? Блин. А вот не взять его, все, ребята, был бы фейл. Как-то вот игра специально так делает. Она меня вынуждает... В плане всего 6 ступенек подняли. Вы чё? Офигеть. Ребят, ну это уже какой-то, я не знаю, сговор. Всего 6 ступенек я в данный момент прошел. Ну давай я, предположим, возьму... Нет, 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 Джастина. Я беру Джастина с его противным запахом изо рта. Я надеюсь, он мне здесь поможет как-нибудь. Поехали. Ну, основная, конечно, надежда вот идет на Усаги и на Лео. Потому что это два первых боевика, которые начинают свой ход. И, грубо говоря, все от них зависит. И они идеально справляются со своей задачей. Прекрасно. Ну-ка, давай посмотрим, куда меня сейчас перекинут. Не дай бог опять там 6-5 ступенек. Ну-ка.
Нормально. Вот, вот это вот хорошо, ребят. Так, ну что? Берем с тобой Андрюху. Андрюха там, видимо, учится стрелять по мишенькам. Так, раз, два. Раз, два. Ну тут еще надо кого-то взять. Давай возьмем, наверное, нейтрализатора. Блин, опасно. Давай лучше вот так вот. Тигриный коготь. Если что, снизит броню. Тем более у него есть массовая атака. Поехали. Мне еще сегодня надо кому-то там отомстить, насколько я помню, да, ребята? Мы не завершили с вами одно дельце. Точнее, мы как бы сыграли, но сфейлились. Сегодня попробуем это все дело исправить. Так, идеальная победа, как ты видишь. Ну что, перелетим мы с тобой в Лигу Мастеров или нет? Ага, дудки. Опять, опять, друзья мои, всего лишь пролетели сколько? 7 ступеней. Что с игрой творится, а? Ой, игра, игра, подставляешь ты меня сегодня. Ты вынуждаешь, чтобы я тратил все эти, все свои откаты. Я, кстати, заметил, знаешь, какую штуку? Когда у тебя много откатов, игра специально делает так, чтобы ты как можно медленнее продвигался для того, чтобы ты их тратил. А когда у тебя мало откатов, ты, наоборот, очень быстро как бы двигаешься. Не знаю, как они могут быть, это все взаимосвязано. Но вот есть такая штука, ребята, есть. Я уже неоднократно это замечаю. Так, ну что, идеальная победа, отлично. Сейчас-то уж мы с тобой должны залететь туда. Посмотрим, какое место у нас будет. На-ка. 96-й, отлично. Блин, если теперь прикинуть, ребята, нам нужно, ну, как минимум, отыграть 9 боев. Как минимум. Это если будет по десятке откидываться. Вот не знаю, как у нас с тобой это будет получаться. Ладно, Мондагека 79 уровня для нас здесь не помеха. Мы его вырубим, ускорение он не успеет, скорее всего, поставить. Сейчас проверим. Так, Усаги выходит. Ну да, в принципе, Мондагека, все, он не железо, да тут? Ах ты, Донни, ребята, выжил. Твою, и он еще и... Да ладно. Да ну, я глазам своим не верю. Слушай, а Майки красавчик, он у него сейчас сработала двойная атака. Круто. Ха, нормуль, все-таки расстрелял этого Донателло. Так, смотрим, 88-я позиция. Ладно, откатики у нас с тобой пока еще есть. Будем, друзья мои, стараться. Здесь надо выбирать нам с минимальным уровнем. Вот я думаю, что, наверное, Темирбека возьмем с тобой. Казахстанец, что ли? Скорее всего. Ладно, раз, два, три, четыре, хотел сказать. Ну что, я надеюсь, ребят, на это, что у нас сейчас все будет тип-топ. Давай, Усаги, будь добр. Наяривает. Так, смотри. Муха упадет. В принципе, все, здесь победа за нами. Постепенный урон их уничтожит. Ну а муху мы и так добьем. Все. Видишь, там было написано постепенный урон. Он сработал. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Так, 88-я становится 79-я, да? 77-я. Угу. Ну, прекрасно. Я вот эту не буду команду брать, эту тоже не хочу. Давай-ка лучше обновим. Нет. Вот эту туда лучше мы. Муд-даниш. Даниш-испаниш. Да? Можно так сказать. 79-й. Слушай, я насколько помню, что Роквелл, но он довольно серьезный противник. И он живучий. Но Донателло все-таки, мне кажется, будет покрепче. Донни будет крепче. Ладно, давай проверим, насколько они крепки. Если Усаги повесит постепенку, они все будут ватниками. Но, в принципе, отлично. Лео добьет этих двоих, а те, если что, от постепеночки крякнут. Вот и все. Так, смотрим, на какое место мы сейчас попадем. Наверное, 69 или 68 будет. Ну, где-то в этих краях. Давай. 64 даже.
Ху-ху. Ну что же, прекрасно. Тут у нас Амин, Джозе и Колин. Судя по всему, нам нужно брать с собой Колина. У него именно уровень послабее. Ну, на одну единичку, но все-таки, ребята, одна единичка уровня тоже очень много значит. Раз, два. Раз, два. Ну, давай возьмем Сплинтера. Я не знаю, зачем я его уберу. Он здесь особо ничего не решает. Ну что, поехали. Интересно, кого нам лучше всего прокачивать после Супер Шреддера? Я имею в виду именно по скиллам. Что ты скажешь? Вау, ну тут вообще великолепно. Усаги с Лео сработали вообще идеально. Я вот думаю, может быть, провокатора. Либо Крипа, либо Тимати. Так, ну что, половину мы прошли. 53-й, как говорится, ранг у нас. И тут... Блин. Уже почти одни 79-й уровни. Ну что, возьмем Пашку, наверное, да? Берем пахана. Сделаем с тобой... Слушай, а у нас хватит боевиков-то наших? Ну, пока вроде бы как хватает. Но это пока. Ну, давай, Усаги, вся надежда на тебя. Вешай постепенку на всех. Давай, 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 давай. Рафаэль. Ну, этот, ладно, этот отдуплится. Вот Рафаэль со своей массовой атакой мне не особо здесь нравится. Я так и думал. Эх. Да ладно. Да это ж просто чудо. Ну, у него защита. Ладно, мы пробьем. Даже защита не помогла. Хотя паукус... Какой он у меня? 60... Первый, по-моему, уровень. Ну-ка. Да, 61 уровень. Завалил 78-го. Ну, это круто. Так, ладно, двигаемся с тобой дальше. Хамед. Хамед. Может, Хамад? Нет, Хамед, скорее всего. Ладно, берем. Конечно, нежелательно мне брать ниже полтинничков, потому что ты видел, да, если они наносят удар, полтинники хотя бы выживают. Немножко у них остается здоровья, но они выживают. Сороковники, как тебе сказать-то, они не смогут устоять. Они упадут. Но, в принципе, если Донни сейчас получит нормального урона, он от постепенки крякнет. Да. Слушай, ну прикольно. Значит, мы с тобой к понедельнику будем уже готовы. Получается так. У меня, по крайней мере, такие планы. Быть во всеоружии. 32-я позиция. То есть, получается, еще, ну, где-то 4 боя нам нужно с тобой сыграть. Сергей. Окей, Серега, давай. Возьмем майки сюда на всякий случай. И... Раз, два, все. Ну, тут видишь, да? А, Хан, ё-моё. Тут же Хан, по-моему, был, да? Точно. Ой-ой-ой. Так, давай-ка мы... Ну, на всякий случай, ребят, я знаю, что это не особо нам поможет. Усаги, давай, вешай на Хана постепенку, он же звезданет. У него инициатива, будь здоров. Твою же дивизию. Фу, это повезло, что он бил Лео. Ударь он, например. Ну вот, например, вот этого вот майки. Все, тут бы рассыпался. Прям на глазах бы. Ух, ё-моё. Так, 20 какая? О, даже 9. Нифига. Так, друзья мои, это уже хорошо, это круто, я тебе скажу. Ну что, Паша, давай вручай. Раз, два. Тихо, тихо, тихо. И вот так вот сделаем с тобой. Я уже трачу имбу, ребят, потому что, ну что, мне ее солить, что ли? Тут осталось, ну, 2-3 поединка максимум. Так, усач, молодач, кролик, давай, жги. Нормуль, нормуль. Бросим бомбочку еще. Ну и теперь вертушка. Прекрасно. Так, была 19-я позиция. Я думаю, сейчас где-то будет 9-я, 8-я.
А там уже остается один бой. Ну-ка. Блин, десятая. Что-то как-то... Ладно, фиг с ним. Давай. Раз ты так хочешь, будем по твоим правилам играть. Так, Армагоша, подожди секунду. Попробуем пока без тебя. Ну что, хламоны, ждете? Правильно. Итак. Прекрасно. Все, ребят, тут победа за нами. Тут стопроцентная победа. Давай вот так вот. Уже выпендриваться будем с тобой. Все. И мы с тобой переходим в топ. Да, ребята, в топчике мы с тобой будем сейчас. Ну, надеюсь, в топчике. Да. Но ты не забывай, что еще все-таки полдня завтра будет, потому что обнова происходит где-то в часа 3-4. И меня могут скинуть. Но больше чем уверен, с Лиги Мастеров 3 звезды меня никто не сбросит. Это я тебе гарантирую. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас остались за косяки именно в испытаниях. Ну что, попробуем, друзья мои. Сложно, сложно, я ничего не скажу. Но давай попытаемся все-таки. Попробуем их одолеть. Кстати, многие спрашивают: Рэй, а каким ты пользуешься эмулятором? Ребят, я вам объясняю. У меня их две штуки стоит. Первый — это BlueStacks. Это как бы мой основной эмулятор. А второй — это Memo. Надеюсь, вам это что-нибудь договорит. Так, поехали. Вот в данный момент я играю на Memo. У него... Нет, на BlueStacks сейчас, да. На Memo немножко другой интерфейс. На-ка тебе. Так, что ты делаешь? Блин, Донни, ребята. Донни в зоне риска у нас. Так, берем с тобой провокацию. Защиту ставим. Ну и хильнемся в конце концов. Все, погнали. Рафаэль, ответку. Молодец. Это только первая волна, блин. Нам нет смысла с тобой сейчас тратить суперудар. Он потому что нам пригодится, уж поверь. Да ты что ты будешь делать? Заблокировали еще способность, ты прикинь? Вот достали, одолели просто. Ну, ай, Донни, что ты тут сделаешь? Так, это пока у нас с тобой стоит защита. Мы, конечно, можем сейчас врубить уклонение. Так, здесь кого нам вырубить-то? Блин, тут, слушай, провокаторов очень много. Давай попробуем, наверное, вот так сделать. Ага. Так, вырубим мы его. У-у-у. Тогда делаем уклоняшку. Я за Донни боюсь. Так, этот берет провокацию. Ага, получи. Блин, мне нужно его пробивать. Е. И сейчас боксер... О, он защиту еще взял. И этот взял провокацию. Да чтоб тебя. Это опасно, друзья. Ну что, попробуем сюрики. Ха. Я офигею, в кого? Блин, Лео, бедный. Да, этого пробей, попробуй теперь, а. Смотри, какой он. Так, есть, пробили. Теперь, конечно же, нужно вырубать. Да, Бакстера не пробить. Да ты запарил уже. Слушай, это офигеть, посмотри. Ну, добьешь? Майки, ну ё-моё, ну. Давай так сделаем хотя бы. Есть. Так, хиляться, хиляться нам, наверное, пока еще не надо. Вырубаем с тобой саблезуба. Я боюсь, сейчас он ударит. Давай, наверное, на опережение будем брать. Твою налево. А, фу. Слушай, это повезло нам, ребят. Я все-таки, наверное... Блин, или не хиляться. Хильнусь. Хильнусь, ребят. О, у нас еще хил у Лео есть.
Так, ну что? Вот она, команда, блин, самая противная. Я не знаю, как тут быть, ребят. Надо как бы начинать, по идее, с мухи. Это по идее. Если я сейчас возьму провокацию, не ушатают ли мне Рафаэля, а? Поехали. Так. Блин, вот. Что он делает? Он запрет на лечение делает. Это плохо, ребят. В тот раз, по-моему, так и было, да? Из-за запрета мы проиграли. И плюется. Посмотри на нее, а? На эту муху. Короче, хиляться сейчас нет смысла. Мы с тобой сделаем следующее. Попробуем сейчас вырубить Шархана. Ага, не вышло. У них практически здоровья мало, да? Муха хочет хильнуться, но мы не позволим. Так. Уклоняшка, давай уклоняшку ставить. Теперь давай-ка вырубим Шархана, наверное. Не попади. Отлично. Не попади. Отлично. А вот теперь моя очередь выпендриваться. На-ка. И добивочный. Потому что у Майки неприязнь к Шредеру. Как говорится, личные счеты. Ребята, ну что, я вам обещал отомстить. И я отомстил. На 3 звездочки, как с куста. Фух. Так, ну что, у нас с тобой есть маленький шанс получить вот этот орнамент. Поехали. Жетоны. Жетоны. Есть. Так. Ну что, будем здесь или попробуем? Эх, золотые осколки. Снаряжение. Телескоп. Еще 2 попытки, ребят. Комиксы, блин. Доллары. Но не повезло, друзья мои, не повезло. Можно было бы, конечно, здесь заморочнуться с эпизодом с этим, ну ладно. Ничего страшного. Ну что, друзья мои, в принципе, кстати, давай посмотрим, сколько нам еще с тобой нужно для того, чтобы прокачать навык. Блин, еще 5 вот этих вот значков. Ну и снаряжение дух тоже нам нужно. Ладно, снаряжение-то это мы с тобой как-нибудь набьем. А вот 5 этих значков. Увеличивает силу атаки на 85%. Ты представляешь, на 85%. А у нашего Усаги? Кто-то говорил, ты, Рэй, можешь прокачать. Да, ребят, я могу вот это прокачать, но я не буду. Это для меня как бы не основное. Вот что для меня основное. 75% вызвать отложенный урон в течение 2 ходов. 75. Я думаю, что если прокачать до последней стадии, то будет 85%, скорее всего. Наверное, да, именно так. А что это у нас тут на Шредере? А, уровень могу поднять. Давай, давай, родной, поднимем. Ну что же, скоро будет он у нас 90-м. А там, глядишь, и до соточки его дотянем. И будет он вот здесь вот, на верхнем ряду находиться. Ну что, дорогие друзья, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!